День рождения продолжается! Вот что должен был я сказать в этот момент. Я именно это и говорю. Именно так. Дорогие друзья, Майк Бойс, Лиза Калинина. И уже смеются наш следующий гость. Он просто рад нашему празднику. Из рукава достаем вот эту карту, знаменитую карту. Понимаешь, не во всех колодах есть. Какую? Доминик Джокер у нас сегодня в гостях. Привет, ребят. Привет. Привет, Доминик. С днем рождения. Я говорю, мне очень нравится возраст. 2 года. Я вообще очень люблю детей. Я люблю за ними наблюдать. И прям... Очень круто, реально. Вы, у вас серьезное развитие, могу сказать. Вы веселитесь, вы развлекаетесь. Обычно дети в 2 года как бы еще день рождения особо не понимают. А здесь такой праздник, феерия. Такие сознательные дети. А здесь все в курсе, абсолютно. Сознательные. Ну, скажи, вот мы еще поздравляем не только нас, но и нашу аудиторию, слушателей, зрителей. Вот что ты им можешь сказать? Вот 2 года, это много, мало? Что можно пожелать? Я бы даже не пожелал, я хотел бы от вашего лица сказать спасибо. 2 года — это очень серьезный срок. Вас не только там, от вас не только там не уходили люди, а только пребывали. Во-первых, это значит, что вы делаете все правильно, но самое главное — это люди. Спасибо вам, что вы с ребятами, потому что нам с ребятами очень комфортно. Класс. И нам Доминик еще подготовил музыкальный подарок. Так! И ты знаешь, я шел сюда, у меня чесалась левая рука. Я думаю, почему у меня чешется левая рука? Деньгам. Я же иду наоборот на день рождения. То есть так. У вас должна чесаться левая рука. До сих пор непонятно. Так, подождите. Просто. Да, я расчесываю все как-то. Ну да, судя по всему, многие богатые олигархи должны были в детстве ходить с расчесанными в кровь ладонями. Просто. Видимо так. Чего и мы желаем в стране ФМ. Да, ребят, именно этого и желаем. Ладно, поем, поехали. Что поем? Новый трек. Между нами. Новый трек. И обалденный клип, который у нас идет. Да, он уже. Поехали. Кстати, да, если я буду забывать текст, это просто новая песня. Круто. Твой взгляд, мой плен, всему замен. Я нашел свой сон. Мы штиль, мы шторм, с тобой знаем об одном, а нам легко вдвоем. И мы на два поделим этот мир, где ты и я, где я и ты. Мы элементы этих половин, мы два пути в один. Но между нами химия, мы с тобой неделимые, связаны в единое. Ты и я, между нами химия, никому не объяснимая. Между нами химия. Что? Химия. Мы когда пели эту песню в Артеке, дети почему-то кричали «Мумия». Вороно, воросло, только миг и сама любовь вдруг накрыла нас. Ты мой магнит, и никто не определит знаки наших глаз. И мы поделим этот мир на два. Между нами химия, мы с тобой неделимые, связаны в единое. Ты и я, между нами химия, никому не объяснимая. Между нами химия. Ваш выход. Химия. У вас ключи, у меня получается. Да, у вас получается лучше. Давайте другую я буду слушать. Мы с тобой неделимые, связаны в единое. Ты и я, между нами химия, никому не объяснимая. Между нами химия. Химия. Где я и ты, где ты и я.
крутой трек. Где мы вдвоем? Где ты моя? Что? Химия! Спасибо, ребята, вау! Спасибо. Между нами точно химия. Да. Никаких мумий. Никаких мумий. Спасибо, видишь, какие мы послушные? Ты обратил внимание? Теперь, у вас получается лучше, да? Теперь наша очередь. То, чего мы так боялись, то, чего мы так долго ждали. Синхронное вещание, телерадиоканал. Это именно две строки последних нашего гимна. Кто к нам только присоединился? Наши артисты пишут гимн каждой по строчке. Следующий артист продолжает то, что получилось. И вот что получилось. А почему там две строчки? Синхронное вещание, телерадиоканал. Катя Кокорина была у нас 15 минут назад. И вот что она написала. Говорит, специально для Доминика. Синхронное вещание. Тут фраза такая. Чтобы ЗП у сотрудников росли, группа Viva новых песен принесли. Синхронное вещание, телерадиоканал. Чтоб быстрее, без ожидания, все суперчарты раздолбал. Обалдеть. Я преклоняю колено. Это... Ну, как вариант. Стоп, только главное, теперь главное. Я молчу, не забудь, что ты сказал. Я сейчас могу, я реально... Вот это самое главное, все, молчи. Быстрее, молчи, без ожидания, да. Так, пи... Чтобы быстрее, без ожидания. Так, чтобы не забыть, чтобы не сбивать ни в коем случае Доминика. Пока слушаем песню, пока Доминик пишет, чтобы он просто это не забыл. День рождения продолжается. У нас день рождения 2 года, ура! Доминик Бакер у нас сегодня. Страна FM принимает поздравления.